От спичрайтеров Мутко. Крафтера сосок блокбастера Татарин. Оффпати баффера психологической драмы Уши Фрапс. И кинокомпании Роджер Бразерс. Убить за 60 секунд. Хочешь нагибать, спроси меня как. Роджер, как насчет настоящего линейджа? Я завязал с этим говном в ЭЗ, я говорил тебе. С тех пор многое изменилось. Наши замки разрушены. Наших врагов много, и они с тремя подбородками. Но если мы убьем все их пачки, мы сможем писать на Гохе, что прошли игру. Окей, давай сделаем это. Роджер, у нас тут новенький. Знакомься, это Кощей. У него есть такие примочки, которые вы, старые пердуны, и представить не можете. А это что за пеликан? Пеликана зовут Смок. Он так пиццу заказывает, просто улет. Ну кто-то ж должен кормить людей. Exile must die. We'll be right back.
Почти закончили. Надо убить чубана. Кстати, идея про рации была офигенская. Да как можно убить чубана, если он постоянно пиарится? Ну, во-первых, согласно 5 Heroes 2, если эними делают пиар, это даже круче, чем победа. А во-вторых, мы же недавно победили пачку, где были многие из пати Чубы. Значит, мы уже убили всех эними. Да, мы прошли игру, пора в трейд-раздел. Погнали!